Re, viss ēters ir te. Нужно ли ужесточать наказание за мобильный телефон и за рулем? Конечно. Обязательно. Обязательно. Потому что это опасно и для водителя, и для пешехода. Ну, конечно. Это же мешает движению. Но я думаю, что надо. Потому что мешает. Ну, в принципе, давно уже об этом говорили. Потому что, ну, внимание все-таки теряется. Это опасно для автомобиля вождения. Считаю, что нужно ужесточать, потому что многие люди отвлекаются, происходят происшествия. Даже я, как были случаи, тоже использовал, и это не всегда полезно. Я бы сказал, что есть этому смысл. Считаю, что это, конечно, опасно. Конечно, опасно, без сомнения. Мне кажется, да. Почему? Ну, потому что люди отвлекаются на телефоны, и они не видят, что на дороге. Очень много происшествий бывает.